когда надоел шашлык и хочется какого-то разнообразия, ну и вообще хочется не слишком калорийной еды, можно использовать индейку. Вот предварительно мы ее замариновали. Здесь соль, перец, паприка копченая, сухой чеснок и сухой имбирь. Вот сейчас мы попробуем сделать шашлык такой, чтобы он был не сухой, потому что это грудка. И вот самая большая проблема, как ее не пересушить. Прошло 20 минут. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим, что у нас там внутри. Вот он у нас приготовился, но до конца он не готов. Сейчас мы его обжарим на костре, чтобы был дымок, чтобы мясо покоптилось. Берем наш кусочек, смотрим. Получается вполне себе сочный. В то же время копченое мясо.